Здорово, народ! Рад вас видеть на нашем канале. Ремонт у нас продолжается. Электрику какую-то часть мы доделали, в прошлых видео вы видели. И теперь у нас радостная новость. С нетерпением мы приступаем к отделке туалета и ванны. Как вы уже видите, в туалете и ванной мы залили пол. В этот раз при заливке наливного пола мы использовали оцинкованные маячки 6-миллиметровые. Крепление маяков я производил на пластиковые зажимы. Маяки были установлены все вровень, и пол здесь получился самый максимально идеальный по сравнению с балконами. Балконы это были самые первые, пробный вариант. Здесь вот идеально получилось основание. Все, уровень во всех сторонах. Все классно. Можете посмотреть, как получилось у нас в ванной. Блин, результат просто радует. Можно сказать, уже опыт небольшой приобрели в заливке полов с упругой. На заливку двух помещений этих маленьких мы потратили примерно часов 5 или 6 с подготовкой, с выставлением маячков, с проклейки длинной ленты. Но результат нас очень радует. Теперь будем приступать к оштукатуриванию стен, потому что электрику ванны я пока делать не могу, так как стены еще не поштукатурили. Сегодня мы будем с вами делать первые штрихи и штукатурить вот эту вот небольшую стену. Как вы видите, маяки уже у нас установлены. Вчера этим занимались. Маяки установлены у нас на гипсовую штукатурку, она быстрее сохнет. А штукатурить будем цементным армослой от Юниса. Вот, выставлял маяки по лазерному нивелиру. Так что как-то так, давайте будем приступать. Руки немножко дрожат у нас, но ничего страшного. Пристреляемся сейчас, погнали. Ничего намесилось? Покажи бицу. Она хороша. Не, тяжело, правда. Сразу 25 килограмм. Через сколько там? 30? 25? Тяжело мешать. Вот когда этот наливной мешали, по 12 нормально было. Сразу тяжело. И плюс густота совершенно другая. Наливной пол гораздо жиже. Прям это. Ну, кстати, мозоль. Не мозоль, а полбеды. У меня еще синяк от этого, от перфоратора, от того, что он бьет. Да ты же моя рыбакера. Ну вот, ну что началось-то? Жалко этого на видео не могу. Я тут немножко это пофурычу. Игорь, ты видишь, что это там должно быть? Что это? Вот так нужно кидать. Да. А чё? Почему не кинула? Да-да. Не знаю. Что, слишком жидкое хочешь сказать? Нет, нормально все. Просто надо еще отработать это. Может, я попробую? Пожалуйста. Можно я попробую? Давай. Как ты там говорил? Вообще плохо исправить. Блин, как они... Да, поправляй обратно. Thank you.
Вот они, этапы двухдневной работы. Стена полностью заштукатурена. Надо правильно пройти, срезать излишки. Вчера штукатурку оставил, наспех соорудил вот такие пристеночки, штукатурил откосы около двери, не до конца, правда. Из того, что было, слепил, выставил по уровню. Есть небольшие грехи, сейчас режем это. Вот. Было интересно со штукатуркой работать. Не снимали это, потому что так много видео по тому, как штукатурить. Просто показываем готовый результат. Итак, друзья, мы перенеслись в будущее на несколько недель вперед, наверное, полторы-две, может быть. И туалет у нас уже готов в черновой отделочке. Давайте посмотрим. Все заштукатурили. На штукатурку стен у нас ушла примерно неделя. Очень сложные участки были вот здесь вот за стенами. Ой, прошу прощения, за трубами и за стояком. Был на Авито куплен новый бэушный туалет, установлен, куплена сидушка теперь. Квартира с минимальными у нас удобствами. Во всех инструментах был заказан краник Bugatti Oregon 3/4. Очень массивный, очень надежный кран. По отзывам прямо тут топчик. Ссылочку прикреплю в описании. И вот временная вода у нас такая, как на даче на огороде. Ведерко, чтобы набирать воду, переливать более крупные, ну и смывать в туалете. Если присмотреться, видно, что за трубой я прошелся пенетроном гидроизоляции. Здесь все загидроизолировал, где будет арматура запорная. Здесь и по углам. Ленту пока не клеил, это будет перед чистовыми. Лента, которая в угол укладывается и герметизирует, будет позже укладываться уже потом перед чистовыми отделками. Так что вот такой результат. Не знаю, первый раз делали все своими ручками. Есть, конечно, косячки. Существенные, несущественные, какие есть. Так что, если было интересно, подписывайтесь на канал. На канале будет еще выходить очень много интересных видео о том, как мы делаем ремонт своими руками. Если интересно следить, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Нам это очень нравится. Нас это подбадривает на новые свершения. До новых встреч. Пока.